Здравствуйте, меня зовут Святослав Украинский, и сегодня я хочу вам рассказать пример нарисовать, который мне очень понравился. Две стеклянные баночки, представьте себе. То есть есть две стеклянные банки, и в одной баночке сидит муха, глупая муха, которая ничего не хочет понять, а в другой баночке сидит пчела. Кто умнее? Ну, многие из вас, ну и я в том числе скажу, пчела умнее. Они более организованные, у них иерархия, они четко знают, что они делают, все у них инструкции прописаны. И вот цель этих существ достичь, ну, задача их достичь вот этой цели. Что делает пчела? Она видит цель, вот она, прямо, но на пути стекло. И что происходит? Бзык, 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 умерла. Глупая муха. Вот так чаще всего происходит в жизни. Умные люди говорят: он же глупее меня. Как он достиг, как он добился результата, хотя он же вообще ничего не знает, он даже двух слов связать не может. Понимаете, вот это было в моей жизни очень часто. У меня два высших образования, у меня 7 рабочих специальностей. И я все, прежде чем сделать, пытался понять. Несколько лет назад мне преподнесли китайскую мудрость. Ну, мне ее как китайскую преподнесли, на самом деле я не знаю. Но мне это очень понравилось, и это перевернуло мое мировоззрение. Первая ступень, самая начальная. Это делать. После того, как ты сделал, ты будешь знать. А узнав, ты поймешь. И вот поняв уже, ты сможешь творить. То есть ты сможешь уже выйти за рамки того, что достигли остальные, и сделать что-то свое. Так вот, начинается все с делания. Когда большинство тех, кто меня сейчас окружает, и говорят: ну, нам сначала надо понять, прежде чем что-то сделать. Чушь собачья. Сначала сделаешь, потом узнаешь, потом поймешь, и потом, может быть, научишься творить. Мне в жизни это было очень полезно. Если понравится, пользуйтесь и вы. Успехов, всего доброго.